уже ОМОН вместе с народом. Народ. ОМОН создались. ОМОН создались уже. Вместе с народом. Кыргызлар мали? Кырат кырат кас. Акимат наш! Туды жерге тасталаңдар. Көрмөң тоосун, тоосун. Тоосун, тоосун. Тоосун. Охуеть. Смотри. Ебануться, смотри, сколько машин горит. Валим отсюда, валим. Ақтөбе полициясы халықпен бірге екенін айтты. Ну и срочные сообщения приходят из Казахстана. Прямо сейчас толпа митингующих прорывается к зданию администрации в Алма-Ате. Очевидцы сообщают о взрывах светошумовых гранат. Улицу заволокло дымом. Протестующие собрались и в центре Актобе, жгут костры и требуют встречи с властями. В этом городе участникам акции удалось ворваться в местную администрацию. Между тем стало известно, что в результате массовых беспорядков в больнице одной только Алматы за медицинской помощью уже обратились почти 200 человек. Более 130 из них стражи порядка, которые получили травмы. Бояться, вот вам точно терять нечего. У меня есть ребенок, но даже я не боюсь. Мой ребенок выбрал меня своей матерью, значит, он хочет, чтобы я была храбрая, смелая, открытая, и чтобы я боролась. И мой ребенок вырастет борцом, а не трусливой скотиной. Поэтому боритесь сейчас, выходите, молодежь, студенты, чтоб завтра вся молодежь была здесь, вам терять нечего. В Казахстане нет светлого будущего, снимите розовые очки. Хватит, хватит обманывать себя. Не слушайте своих родителей, если они боятся и внушают вам свои страхи. Это их страхи. Имейте свое мнение и выходите, я вас